Ситуация в Абхазии все еще продолжает вызывать тревогу и в первую очередь неопределенным относительно спокойствием, видимо, перед бурей. Обе стороны продолжают интенсивную подготовку к решительным боевым действиям. Вызывают беспокойство и молчание телетайпных лент информационных агентств, не дающих сообщений из этого региона, а поступающие сильно противоречиво. ТАСС сообщает о сохраняющемся спокойствии и мелких перестрелках. Агентство ЖСНАРК утверждает, что в Ачамчирском районе уже вторые сутки идут боевые действия и имеются жертвы. В свою очередь, министр обороны Грузии Тенгиз Китавани обвинил командующего ЗАКВО в том, что тот передал стрелковое оружие Армении, а не Грузии, как это оговорено. Решением штаба грузинского военного командования в Сухуми приостановлена эвакуация частей СНГ, которых также обвиняют в выводе тяжелой техники и оборудования, а не личного состава и семей военнослужащих. В самом Сухуми без изменений. По-прежнему в городе царит голод и холод. 25 дней не поступает электроэнергия. При попытке устранить повреждения на линии электропередачи в районе села Тамыш под высотными мачтами были обнаружены взрывные устройства. На этой же неделе в парламенте Грузии до глубокой ночи при закрытых дверях обсуждался вопрос о положении в Абхазии. Известно стало лишь то, что после доклада госминистра по делам Абхазии Георгия Хайндравы было принято решение о создании депутатской группы для изучения ситуации в регионе и выработки рекомендаций по стабилизации общественно-политической ситуации в зоне конфликта. Формулировка достаточно расплывчатая, но можно предположить, что под словом «стабилизация» скрывается проблема все еще имеющего место четырех властей в Сухуми и нездоровой конкуренции между этими структурами, что вызывает естественные сложности в наведении дисциплинарного порядка в городе. Почти каждый день в больнице Тбилиси поступают раненые, растет поток беженцев, покидающих родные очаги в предчувствии худшего.